Мир вам. Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Вот мы отдавали такие кому. Тут написано, что для вашей библиотеки мы приготовили 38 книг, я как автор. Хотя 40 книг вышло, ну, 2 в интернете. Мы сегодня были в Тюменцево, в вашем районном центре, и в библиотеку эти же книги я подарил. Ну, я как имею право это сделать. Мы желаем, чтобы люди знали путь к небу, о Боге, о вечности. Мне 71 год. Родился в 39 году. Я не знаю, из старых там людей кто есть, кто знает, деда Щеголева его. Я его внук по Марье, Марья моя мать. У него было 3 сына, Макар, Филонет, Эммануил, они ушли на фронт, а артиллеристы были все погибли. Одноклассница. Геннадий Тихонович, вот одноклассница. Так мы учились вместе. Вместе учились? Да. Ну, ответишь, что. Я плоховато слышу, простите меня, пожалуйста. Я приехал на родину, привез книги специально. Я хочу вас спросить, пока еще не беседовали. Вы желали бы, чтобы эти книги были в библиотеке? Эти книги о душе, о вечности. Каждая книга 752 страницы, почти каждая. Там 3000 моих стихов. Я веду занятия в университете, а я плохо слышу. Ну, я вел программы, 3 радиопрограммы, выступал в Москве, в Вашингтоне, где ездил. И люди задают вопросы. Эти вопросы я отвечаю. 3132 вопроса. Это политика, экономика, социология, литература, искусство, работа, семья. Все. Это все там на основании Библии. В каждой книге примерно 3000 ссылок на Библию. Выдержки из Библии. Я уверовал сознательно в Бога в 62 году, 27 сентября, в 5 вечера. До этого я закончил строительную технику. Учился на штурмана. Когда был в Латвии, в это время корабль наш зашел в порт Венспилс, и я пошел в кино, а родители приучили помогать другим. Я не знаю почему, так обычно бабки эти, да их не любят, а я бабушек любил. Вот это меня дед заложил, наверное, с матерью. Я гляжу, бабушка несет сумки, я к ней подбежал, я моряк, 23 года, служил погодной флоте, у меня здоровье отличное. Учусь я на штурмана. Мне Бог дал знания очень большие. За время службы в армии я выучил английский, немецкий, французский. Добился разрешения сдать все курсы в один год на одном из языков. Ясно, что я бы в общем рядом выделялся. И я еще о себе ничего не знал, кто есть. И бабушку первый вопрос задал, а у вас тут молится где-то? И она говорит, а вот собирается, я не знаю кто. Я туда зашел. Это были не православные люди, пятидесятники. Но я от них получил Библию. Евангелие сначала, потом Новый Завет. Мы сегодня говорили, кто придет, мы всем дадим Новый Завет, кроме Евангелия. Новый Завет – это вторая часть Библии. И вот уже 47 лет я иду этим путем. Те годы не одобрялось это все, и очень сильно не одобрялось. А так как я не молчал, свидетельствовал, брал интервью и репрессировано, даже из зала архипелаг ГУЛАГ Солженицына, а его сегодня вводят в школах преподавать, а я его насчитал. Меня арестовали. Я несколько раз был арестован. Отбывал в 5 тюрьмах и в лагере смерти. И только в 87 году я освободился, реабилитирован. И за все, что у меня изъяли, я начал судиться, раз незаконно изъяты. 11 лет шел процесс, я его выиграл. И мне, Баварин тогда был такой мэр, он погиб в Барнауле. И он мне 2 дома отдал. Все это в книгах, фотографии мы с ним стоим. Это моя биография. То есть я верующий. Сейчас, в настоящее время, каждую зиму я веду занятия в техническом университете, политехинститут в Барнауле, бывший. А летом я здесь в лагере. Поселок Потеряевка, рядом с Урывкой. Урывка так к вам относится. Вот. А Потеряевка, это моя мать, там отец жили, и там похоронены. И каждый год на 4 месяца мы приезжаем сюда, я как основатель лагеря ведем этот лагерь. Лагерь детский, православный, трудовой. Мы учим детей христианскому образу жизни. Мы не в углу, не пензенские затворники под землей. Что мы сделали за это время? В 72 году наша деревня полностью исчезла. Ну, как вот ваша Вознесенка умирает. Таких сел более 400 в Алтайском крае. Если кто не знает, я статистику даю. 17 тысяч сел уничтожено за 15 лет. И вообще ничего нет. И вот в 91 году мы у матери нашей Марии, нас здесь родили ребятишек. Я второй. А брат за мной, который, он священник православной церкви. И мы получили землю, получили статус, очень нелегко было. Пришлось в Белом доме в Москве быть, депутаты были против все, а весной все проголосовали за. И у нас
нас может поселиться кто? Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот такая деревня, она есть уже здесь. А нашей вот этой работе, что мы делаем, она не так велика, но она искренняя. Государство сняло 3 государственных фильма. Один фильм занял первое место в России, один главный приз на международном киноконкурсе. И назвали «Искорка, возрождающаяся Россия». Мы все говорим о Боге. Желаем, чтобы люди знали истинный путь спасения. Каждое воскресенье, у нас никто не работает в воскресенье, даже если уборка, и выдался день такой, у нас около 300 гектар земли, никто не работает. Нельзя, грех. Никто не стирает, никакой работы вообще не делается. Вот мы сегодня сходили в храм, помолились, позавтракали и поехали. Прошлое воскресенье мы были в Шарщине, да, это были Урывка, Ермачиха. Ну и по порядку это все, мы каждое воскресенье. И везде я дарю 38 книг. Это на 10 760 рублей. Это, в общем-то, не мои, у меня минимальная пенсия. Это кто-то жертвовал на эти книги. Находились. Помогали ему. Мы хотим, чтобы люди жили для Бога. Жили по-другому. Но нельзя жить одним днем. Я уверовал, что за мои грехи умер Христос. Я знал, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, помиловал мне грешек. Мы приучены так молиться, у нас кержатская семья. 2 перста, все. Но я теперь знаю, что не в перстах дело-то, а в вере во Христа. Что за мои грехи умер Христос. И я уже сам по себе не свой. Если я в Него верю, я Его принял как Его жертву, то я Ему принадлежу. В этом вся суть веры христианской. Любой мусульманин скажет, я верю в Аллаха. Я спрашиваю, а ты что делал? Грехи, я с мулой беседую. То как? Да. Никак. Ну пришла женщина падшая, она плохо себя ведет. Уже меняет. Что вы делаете? Ну, мы таких не принимаем. Но мужчина убил человека, там снасильничал, ну какой-то грех. Таких у нас нет, секир, башка и все. С ними просто разговаривают. А Христос прощает и говорит, иди вперед, не греши. У нас другой подход. Нас Христос учит. Это все написано в Новом Завете. Это вторая часть Библии. Для тех, кто не знает, отвечаю, Библия это 77 книг. Это вот раздавали Евангелие, Иоанна, это одна. А осталось дальше 76. 27 книг в Новом Завете и 50 в Ветхом. И вместе 77 Библия. Все. И Библию, конечно, надо знать. Ветхий Завет говорит о том, как Бог сотворил мир, как люди согрешили Адам с Евой, Бог изгнал из рая. А потом шла история подготовления рождения Сына Божия. И Новый Завет – это рождение Христа, вот Рождество отмечаем. 33 года жил на земле, умер, вознесся и опять придет судить этот мир. Вы в школе так все учились. Вы помните стихотворение Лермонта? Он говорит, есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли делам за это вперед. Я как сейчас помню, спросил учительницу, а кто это? Она говорит, народ. Это чувство справедливости. Да народ ничего не знает. Вы не знаете, когда зарплату привезут. Вы голосуете, почем молоко сдавать, а вам 4,50 дают, остановитесь. А в магазине будут по 40 продавать. И что делать? У вас вопросов уйма. Я на все эти вопросы отвечаю. Одни предлагают снова революции, другие проголосовать, найти башковитого мужика, посадить на престоле, и он с нами будет правильно обращаться. Царское, найти романовское, отпуск какой-то поставить, решение во Христе. Если у вас будут вопросы, вы подумайте, какие вопросы. Я попрошу одного брата подойти, чтобы я ваши вопросы слышал. Все вопросы разрешает Библия. Все до единого. Людям очень трудно это поверить. Я одно время вел занятия в Академгородке, Новосибирский такой научный городок, когда сказал эти слова, а один встал, профессор, и говорит, а я докажу вам, что это не так. Я знаю такие вопросы, которые Библия не отвечает. Я смотрю у него в руках Библию. Значит, он Библию знает. Я говорю, ну если я вам отвечу, покажу, где ответ, вы перед народом сможете попросить прощения за неправду? Конечно. Он задает вопрос, второй, третий. Мы договорились, 3 вопроса, любые, не могу я с одним все время беседовать. Я бы все вопросы ответил, сказал, книга такая, глава такая, стих такой, Библия разбита на главы, а главы разбиты на стихи. И он встал, попросил прощения, но сразу ушел. Это огромный актовый зал был, порядочный очень человек. Библия отвечает на главный вопрос, для чего я родился. Я родился, и я вечен, я не могу умереть. Хоть 1000 атомных бомб разорвутся внутри, я не могу, это тело исчезло, а душа вечна. Душа для Бога. Если она не омыта кровью Христа,
после смерти человек идет в ад. Мы знаем многие переговорки. Кто рано встает, тому... Понимаете как? Говорят, не умрешь, горя хватишь. А мы по-другому говорим, умрешь, горя хватишь. Вот тогда. Вы справляете девятины, сороковины. А что это такое? Я сейчас говорил, вот смотрите, у вас уголовный кодекс, знамя, ну, современный флаг. Красная полоса, синяя, белая. А что означает? Никто не может ответить. Ну это-то можно знать. Красная – это кровью пропитанная земля. Синее небо меня так манит. И третий – белый престол Божий. В Откровении написано. Все, три полосы. Это лучший флаг в мире. Нам, русским людям, очень много дано. А Господь говорит, кому много дано, много спросится. И наша задача – примириться с Богом. Примирение заключается в принятии Его веры. Поверить, что за мои грехи умер Христос. Вот эта книга Нового Завета, Евангелия от Иоанна, считается центральной книгой всей Библии. В ней центральная третья глава. И самый главный стих, 16. Я его прочитаю два раза. А вы постарайтесь потом припомнить эти слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Все. Отец Небесный любит нас. И за нас отдал Сына, который родился от Девы Марии. И Он умер на кресте за нас. А ты ответь за меня. За нас это обобщающе. Ты его присвой, я на говорю, за меня Он умер. Чтобы мы не погибли, после смерти не пошли в ад. Вот после смерти душа идет 40 дней по мутарству. Вот тоже чины какие. 9 дней это так, надумано. А вот 40 дней это важный ответственный момент. И с чем мы предстанем? Один главный вопрос сегодня. Примирился ли ты со Христом? В этом все. Если не примирился, ничего нет. Вообще ничего нет. Я получаю приглашение в городе. Бывает какая-то конференция, конгресс, заседание, городская, краевая администрация. Я староста Христово-Звежинской общины, веду занятия, большую такую общественную работу. И меня везде приглашают. И приходится говорить слово. Ну вот, антикризисное. Меры какие-то принимать, приглашение от Калгана, там место Баварина, сейчас глава города Барнаула, городского самоуправления. Кризис. Вы слово это слышите? Я вышел на трибуну и говорю, нет никакого кризиса, ведь это обман. А тут находятся мусульмане, евреи, разные веры, предприниматели, огромный зал. Я говорю, нет никакого кризиса. А доказать очень легко. Мы любим поесть, и чтобы были деньги. Вот я говорю, мы строим православное поселение Потеряев, она к маме там относится. Вот у него коровы. Корова ест вчера, ест сегодня траву. Никакого кризиса нет. И молоко также получается из этой травы. И они каждую неделю идут в город, и деньги в кармане. Нет кризиса-то никакого. А как же кризис? Очень просто. В долг жить не надо. В долг. А как в долг? А вот так. Вот поднимают из угла тракторный завод в Русовске. Ну и стали закатывать трактора. Вам трактор-то нужен? Нужен. Ну у вас счет открытый в банке. Ну они с вами посмотрели, вы нормальные люди, можете заплатить. Сообщают, 15 тракторов готовы, выкупайте. Вы сообщили документы, куда? В банк. Ну, вам рассчитывать надо Сбербанк или Центробанк. А те говорят, денег мы больше не выдаем, потому что и дальше набирают. Инфляция и дефолт, это все они придумали слова. Я остановился как-то. Я же получаю здесь бухгалтер, может, я работаю здесь 20 лет. Извините, но мы не можем, потому что там падение нефти, за баррель, то есть они найдут, что сказать. Вам звонят, когда трактора забирать? А вы отвечаете, у меня денег нет. Так вы же заказывали. Ну я заказывал. Вот там долг хотел взять, опять-таки, как всегда. А проценты-то. Вот и все. Так не надо в долг жить. И надо по одежке. Вот и все. Понятно? А если бы ты был верующим, то бы знал, как жить. Вот у нас в уставе деревьев написано, в долг под проценты не брать, чтобы с тебя матрас, если живой, не утащили. Ты будь мудр, ты работай. Вот у нас отец, он с фронта пришел, руки нет у него. У нас 10 ребятишек, и мы в долг не брали. Мы с 5 лет на поле толкнулись, он пастух был. И отец наказывал, не воруй, карты не играй. Вот у него простая заповедь была, он такой маловерующий был, но мы знали, что Бог есть. Я поэтому, я говорю, все деньги у евреев, Абрамовича, все
чубайсы, миллиардеры, в один день разбогатели, это ясно, что грабеж. Но злиться не надо, не в евреи дело, в нас. Мы это позволили с собой сделать. А сегодня мы можем даже показать им, что мы можем работать. И у меня детский лагерь. Я детям говорю, дети, лагерь трудовой. Вы должны работать. У меня даже 5-летний ребенок, а лагерь возрастной группы не имеет. Все должны работать, травинку, расщепку приносить. Мы должны так работать, чтобы учителей, библиотекарей, милицию прокормить, и чтобы нам осталось. И спрашивают, не остается? Остается. У нас никто не ворует. Вот он стоит, фотографирует. У него все есть. Смотрите, съемочный аппарат, своя машина, семеро ребятишек. Семеро? Это сегодня, в настоящий момент. Да мало того, еще в городе учится сын, в институте. Теперь дочь вторая, у нас только там 8 классов, 9, в городе. Платить надо, на все хватает, работать надо. Каждый день начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Не злись, не завидуй, не ревнуй. Все в заповедях Господь. И Господь говорит, любишь меня, соблюди мои заповеди. И вот мы на этих принципах решили построиться, посмотреть, что будет. Приезжает районное начальство и говорят, у вас ничего не получится. Вы возьмите там, где вот еще не разрушена инфраструктура, где столбы есть. Вот ничего нету, ни дорог, ничего нету. Мы говорим, нам нужно только одно, не мешайтесь нам. А первый секретарь райкома партии был Куфаев, потом он заместитель был у Сурика. Он говорит, это я вам обещаю. И когда мы уже получили статус, начали строиться, я пришел к нему в краевой администрации и поблагодарил. Александр Алексеевич, благодарю, что вы нам не помешали. Он никак не помешал. Русский человек талантлив и трудолюбив, но начинать надо с молитвы. Умерший патриарх Алексей говорил так, отучили молиться, отучили трудиться. А что нужно делать? Труд и молитва. Молитва и труд. Ни одного шага не делать без молитвы. Вот утром я скажу, вы не знаете, как на улицу выйти, а потом болит, свербит, а ты подходишь к двери, перекрестись. И скажи, отрекаюсь, сатаны всех дел его. И больше ничего не надо. Идешь ночью, перекрестись впереди себя. Господи, я верую, в твоих руках вся сила. Ничего не сделаю. Засада, киллеры в другом месте будут сидеть. Тебя Господь на крыльях пронесет. Нам Бог вот это положил на сердце, людям возвестить о любви Божией. И каждое воскресенье мы едем в новое место. Вот следующее наше Шумилиха. Это последнее уже в этом году. Дальше я выезжаю уже в город. 11-го мы туда едем. И вот я хотел вас спросить. Если эти книги у вас будут в библиотеке, вы будете читать? Книги, которые я дарю бесплатно. Будем. Поднимите руки. Кто будет читать, приходите. Поднимите. Понимаете, больше половины намного, да? Люди, которые не пришли, в каждом доме говорят, не спрашивают, будете читать, вот тут написано, приглашение, библиотеки, 38 книг, я даю. Только сейчас был в Тюменцево. Тюменцево с такими распростертыми объятиями, встретили. Там разговор прекрасный, вот один замдиректор был. Ну, конечно, там большая библиотека, но тут я место нашел, можно. Но библиотекарь опасается очень, что вы не будете брать книги читать. А книги такие, я один вопрос прочитал, на него ответ. И тут же ответы Библии говорят, как поступить. Старый человек, по старости ты найдешь ответ. Тебя бросили дети, там на это ответ есть. И как, чтобы не злиться, как все делать по любви. Там Библия. Я Библию проповедую 47 лет. 47 лет я неустанно изучаю и несу ее людям. Вот только в одном университете, не считая алтайских государственных, не считая аграрный, медицинский, где я вел занятия. Я веду занятия во всех отделах милиции. И это все бесплатно, я ни рубля еще не получил. Нигде. 37 лет начальник лагеря, я ни рубля не получил за это. Мне надо детей сохранить, не отравить, ни одного отравления не было, ни одного заражения не было. А для чего? Это моя родина. Я для этого и приехал на Карповку. Чтобы увидеть вас и узнать, эти книги будут ли пользоваться спросом, который я бесплатно дарю на своей родине. Я здесь издал первый крик. Сегодня я издаю второй крик. Люди, полюбите Христа. Всем сердцем полюбите. Ничего нет точнее православной веры. Придет время, пост, съезжайте в Тюменцево. Исповедуйтесь, когда душа приведена будет в порядок. Там есть священник уже. Вот они говорят, что знают даже его. Исповедуйтесь и причаститесь. У нас свой храм, а там всего ничего, в 12 домах только живут люди. Ну, совсем махонько. Но это в один день может расшириться. Потому что наши правила не всем подходят. Один у нас поселился, дом построил, а оказалось, у меня вшитая ампула была.
Он разблокировался и начал выпивать. Несколько ему было предупреждений, потом общее собрание, и он выехал. Наш устав в краевом отделе юстиции зарегистрирован. Приездил в наше поселение, везде надписи на территории деревни курить запрещается. На территории деревни. Если женщина приехала в брюках, она не должна выходить. Мы ей принесем юбку, мы ее оденем. Спрашивают, да почему? В Библии написано, Второзаконие 22.5. Мерзость перед Богом мужчина, носящий женскую одежду, и женщина, носящая мужскую одежду. Это не мои законы. Нравится, не нравится, никто об этом не спрашивает. Бог сказал, это все. И у нас это в законе. А приезжает иногда начальство, женщины, ну и в брюках, они же все там, администрация района. Мы ее заблокируем в машине, принесем, оденем и даже проведем в храм. То есть у нас правила, которые никто не должен нарушать. Наши дети не знают, что такое мат. 18 лет нашей деревни, скотина наша, ни одного матерного слова не слышала. Да пастухи-то ведь, это же не святые люди. А сегодня говорят, что даже пшеница, даже мясо другую информацию несет. Вот взяли, замочили пшеницу в разных местах. В одном месте крепких мужиков нашли, они наматерились пятиэтажными матами и включили магнитофон, и он, да чтоб ты проклятый, и пошел дальше. А другая играет, там музыка какая-то хорошая, музыка, а там рок играет. А здесь так, Господи, дай благословение этой пшенице. Схожесть одной и другой даже сравнивать нельзя. А пшеница вообще ничего не понимает. Сегодня опыты проводятся. Есть такие маленькие чашечки Петри, ну, которые разные сами сделали, поставили в разных местах. И колокольный звон бьет. Вот чума была, когда холера. То все эти палочки сворачиваются, погибают. Так мы-то даем другой звук. Мы говорим о Христе. Я всех прошу запомнить два слова. Два. Христос и Библия. Все остальное идет к ним, ко Христу и к Библии. Что вне Библии, оно подвергается сомнению. Вот у вас есть какие-то вопросы, постарайтесь их выразить, ясно, чтобы я их понял, что вы хотите узнать. Вы знаете, что есть такой интернет, это материалы, которые на весь мир. И мы выставили, вот здесь в конце написан наш интернет. Все книги там выставлены. Здесь насчитано 50 книг, которые я насчитал. Это «Архипелаг ГУЛАГ», «Библия», «Эмират Татаузов», «Златоустов», книги «Правила», «Собор», вся православная гомилетика выставлена. Это те годы, когда я до ареста еще читал, а потом конфисковали, а потом пришло время, мне вернули часть. На основе я за это судился. И это сегодня можно скачать, в машину здесь поставить, ехать, и я тебе буду насчитывать. Тебе, ну, время нет. На кухне включил, хозяйка что-то делает, а я с тобой буду рядом, я буду читать. Это на весь мир разошлось. Это Господь так сделал. И вы это можете все у себя в доме иметь. Считаю Евангелие. Вы познайте сами себя. Мне рассказывали, муж с женой, которые получили однажды Евангелие, и стали читать. А у них Библия полностью. И вот муж говорит, жена, если Библия это права книга, то пропали мы. Нам место только в аду. А она говорит, пол там слушает, ну что... Какая беда-то, мы погибли. Дальше считает жена, если Библия права, то еще есть надежда, что Спаситель мира родился, грехи мира взял на себя, Он омыл нас кровью. И дальше считает, что если ты придешь с покаянием, Бог говорит, ни одного греха не вспомянул, что ты делал. Я омою, очищу, ты как младенец будешь. Ты только покайся, сходи на исповедь к священнику. Причастись, если ты обратишься. Не иди ни в какую секту. Есть православная святая церковь. Ты туда пойди. Вас мало людей здесь. Могли бы сами открыть церковь. Но у вас не 12 дворов, как у нас, а у нас храм. Притом мы школу, храм, столбы, электричество. Все сделали сами за свой счет. И когда? 91 год. Это самый такой ответственный год был, кувырком летело. Инфляция составляла 10 060. Если рубль стоило, то уже в 97-м 10 060. И несмотря на это, нас Бог сохранил. Мы выжили. И сейчас мы благовествуем везде. Я говорю, сегодня будет Кременцево. И это так уж получилось у нас. Обычно мы в одно село приезжаем, вот в Шарщине были. Ну, если пожелать вторично, глава администрации вот, подстёпная, он говорит, мы соберем людей, оповестим. Мы идем законным путем, мы православные. Поэтому нам легко работать, потому что здесь все-таки основы какие-то есть в народе. Вот они говорят, а мы староверы. Староверы это православные.
Только они не имеют священства. Иисус пишет с одной и два перста вместо трех. Разница совершенно незначительная. Бог один, Христос один, Божья Матерь одна, иконы одни. Это те же самые православные. Но если нет священства, без священства не спастись. Без священства нет спасения, нет причастия. Для староверов мы говорим, в Барнауле, на улице Партизанской, есть староверы, у которых есть священство. Установите с ними связь. Они строят огромный-огромный храм. Это белофинская иерархия. Это выход из всякого положения есть, только его надо знать. Где выход? Вот люди спрашивают, а какие смертные грехи? Самый большой грех – это неверие. Выше этого греха нет. Что человек не верит написанному в Библии. Я много прошел среди преступников, разговаривал с ними, почему ты стал таким? А почему нет? Если лежит, почему не взять? Я угнал машину, так я выйду, я опять, у меня говорит, еще две квартиры там намечены, которые я ограблю. Но я вот с ним беседую раз, другой, он становится на колени, раскаивается. Выходит у него все другое. Я теперь встречаюсь, когда этих людей где-то встречаю, потому что это Бог так сделал. А его могли обратить другие? Нет, не могли. Пример. Начальство говорит, у нас голодующие, голодовку объявили в тюрьме. А голодовку объявляют, это люди очень отчаянные. Эти уже бывает 6, уходка, это один раз арестовали, освободили, еще вторая уходка. До 6. И они там обозрены, почему ОМОН, избили их. И они заявили протест. Требуют представителя президента. Я говорю начальнику тюрьмы, Владимир Николаевич, запустите меня к ним. Запустить. Да никто не может дойти, сразу убьют. Там 20 человек. Я говорю, запустите, я дам расписку. За меня Бог отвечает. Ну вас убьют, что Господа Бога могут спрашивать. Но они-то преступники, меня знают, что я сам каторжник. Они там в коридоре выстроили, там с собаками, офицеры. Я договорился, все-таки они меня туда запустили. Запустили, тишина. Они там прислушиваются, смотрят в глазок. Ничего нет. Проходит около часа, тишина. Я выхожу. И что? Я говорю, ничего, все хорошо. Вечером начальник звонит. Вся камера вышла из голодовки. Это вы что ж могли такое им сказать-то? Я говорю, проработал в этой системе Гуин, я такого не слыхал. Я говорю, очень просто. Я сказал, скажите, у вас есть кто-нибудь на свободе, кто вас ждет и любит? Ну хоть попугай, хоть собака, хоть жена, любовница там, ну кто-то? Ну конечно есть это. Хорошо. А тебе хотелось бы выйти отсюда? Отец, да что ты спрашиваешь? Вот я тебя знаю. Ты сидел в этой тюрьме, в каких камерах, все знаю, где я был. Я говорю, да ты не выйдешь отсюда, здесь туберкулез, да я знаю. Ты не питаешься сколько? 2 дня. Туберкулезу это только надо. При туберкулезе надо хорошо питаться. А что ж делать? Сейчас пятница перед Пасхой. Давайте, ребята, объявим пост. Сейчас постные дни. Ничего в рот не берите. А вечером вы выйдете. А вам что уже? Я иду в городскую, сейчас это, краевую прокуратуру иду, иду к Шубе. Президент, представитель президента, все, что ваши жалобы я записал, я пройду везде, я и прошел это все. Потом я этих людей встречал. Человеку немного надо. Мы на Пасху собрали яйца разные, покрасили и в каждую камеру занесли. И в окошко смотрю, они целовали, некоторые плачут. Это тоже человек. Кто-то оступился, кто-то уже закренелый преступник. Но в нем, там, в глубинах, в потемах, есть еще место, где можно чиркнуть. Мы заносим туда Евангелие. Мы говорим о Слове Божьем, о любви Божьей. Со студентами я выступаю, я несу им Слово Божие. В КГБ веду занятия Слово Божие. У меня нет сферы такой, где-то с кем бы я не занимался. Я знаю живительную силу Слова Божия. Одна моя книга попала в заключение. Сейчас все давние книги мать закупила, сыну туда несет. Потому что эти книги имеют животворящую силу. Они меняют всего человека. Они написаны от сердца. Я, когда писал их, я смотрел выше голов людей. Я видел Христа, образно сказать. Я не видел ничего. Я никому не угождал, ни патриарху, ни священникам. Поэтому книги мои всем не нравятся. И всем нравятся. Не нравятся коммунистам, потому что я говорю, коммунисты, какую беду сделали со страной. Сколько погибли. За каждого солдата на фронте, за каждого немца платили по 5, по 6 человек. Более бездарных вояк не было. Почему? А перед войной, это 37-й год выжил. Дивизиями командовали капитаны. Я это все сказал. Почему в Бога не верят? Повторяю, Достоевский сказал, эксперимент с атеизмом обойдется 1 000 000 голов. 100 миллионов голов, 100 миллионов погибло. Я это сказал. Я брал интервью репрессированных, и меня за это дело закрыли. А сегодня ищут мое интервью все.
Но они у меня уже большинство в книге помещены. Я делал не на один день вперед смотрел. Это Господь сделал. И когда началась перестройка, то знакомые они, но сейчас главный ветеринарный врач Мамонтовского района, а был директор совхоза. Я с ним беседовал. И он приводил мне первых секретарей и говорит, вот человек, который говорил, что советская власть кончится. Этому конец придет. Почему? Бог сказал, терплю до конца. Это конец будет обязательно. Ну как вы могли знать, что такая власть будет? Я не знал. Я знал общий расклад. Я знаю, как наши в мире события будут развиваться. Библию читаю. Границ не будет, денег не будет. Будет один чип, 666, мы поднимемся в штрих. Ты пришел, руку поднял, только тебе сразу на экране высветилось. Деньги есть, на счет, бери хлеб, идти нет, еще вода, тебя ищут. Все твои данные будут помещены. Ну, вы видели сейчас, берешь, у кого есть, если компьютер, флешка. Ну, маленькая флешка. А ведь в ней бывает 4 гигабайта. А что такое 4 гигабайта? По 750 страниц, это 3500 книг. Да еле за петушки помещается. А если взять, она слова всего только там, не считая этой оболочки. Ну кто это думал, когда мы были? Чтобы идти, телефон, ни проводов, ничего нет. Раньше мы сказали, помешанный, идет с кем-то разговаривать. Мы живем в другую эпоху. А Библия все это предсказала. И образ будет двигаться и говорить, и будут ему поклоняться. И над всем миром будет один еврей. Границ не будет. Столица будет Иерусалим. И это будет 3,5 года, 42 месяца. Мы знаем, а как оно подготовится? Люди будут валяться, как листья вот сейчас валяются, вот так будут мертвые люди валяться. Подготовить нужно душу, молиться Богу, благодарить за все Бога. Говори, Господи, все, что Ты допустишь, я приму с благодарением, слава Тебе. Я не возропщу, я расскажу другим людям о Боге. Я не думаю, что все знают письмо декабриста Рылеева, которое мать написала. Кто знает? Руку поднимите. Его рассказывают, там в доме Богдановых нашли. У ней было 4 детей. Маленькие рождались, вот полтора, и они умирали. И последнему было 4 года, самый большой возраст. И вдруг у него крупозное воспаление, он полумертвый. Врачи, они дворяне были. Врачи сказали, только Бог. Мы бесполезны, врачи, мы ничего не можем сделать. Я, говорит, я молилась, и у меня была, говорит, большая икона, ангел стоит со свечой. В иконе нарисовано это. И я простерла руки и сказала, Господи, дай мне сына это восставь. И вдруг я как будто в забытьи увидела, что ангел сошел с иконы и говорит, женщина, ты не знаешь, чего просишь. Скажи, Господи, да будет воля Твоя. Я повею крылом и свеча погаснет, и жизнь сына, сына прервется. А я бы сказала, да будет воля моя, я хочу сына. И ангел повел ее, показывая комнату за комнатой. В одной комнате она видит, он здоровый, в другой видит, он школьник, в третьей видит, он студентом, в четвертой видит, он в военной форме, а он на изгнание Наполеона, за изгнание Наполеона, там получил еще какой-то вроде ордер. И ангел еще раз остановился и говорит, последняя комната. И если ты будешь настаивать, я тебе покажу, что будет дальше. Но все вот это исполнится. Если ты скажешь, да будет воля Божья, сын сейчас умрет. И ничего этого не будет. И я снова сказала, да будет воля моя. Ангел отдернул шторку, я увидела, сын висит в петле. 5 декабристов, повешенная. 5 декабристов. Это сегодня для нас предупреждение не требует своего. Я имею свидетельство, что чего я у Бога просил, то я получил. У меня вообще молитв неотвеченных нет. Единственное, может быть, такая молитва еще есть, чтобы все священники покаялись, обратились. Потому что все за деньги, все вот так. У нас все делается без денег. Крещение без денег, крещение без денег не берутся за это дело. Ну, всему свое время. Если ты живой человек, и ты знаешь, что ты умрешь, ты уже много знаешь. Но ты знаешь, что после смерти, когда тело положено в гроб, душа выйдет на ответ Богу. И за эту душу ты должен бороться. Демоны, которых ты не веришь, они присутствуют здесь. Это люди не верят. Ну, Лев Толстой называет черти. А Достоевский говорит, дьявол борется с Богом, а поле битвы сердца людей. Бог говорит, я предложил тебе вот смерть слева, лево это погибельная сторона, право – жизнь. Вот тебе проклятие, вот благословение, вот огонь, вот вода. Но зачем вам умирать? Бог дал человеку шанс выбрать правую сторону. Зачем вам умирать? Избери Бога.
И скажи, одного Бога избирай, притом Бог ничего не отнимает. Ты работаешь кем? Продолжай работать. Но только ты будешь работать по-другому. Воровать не будешь. Обманывать не будешь. Ложь — это дьявольский грех. Вот у нас дети приучены, они не знают, что такое ложь. Ложь — это смертный дьявольский грех. Дьявол здесь человек убийца и лжец. Нигде никогда не убить. У вас есть шанс молчать или сказать правду. Правду. Потому что Христос есть истина. И перед Богом нужно высказать правду. Господи, согрешили мы, беззаконно были. Мы достойны ада, смерти. А ты Сына послал за нас. Господи, омой меня кровью Твоей пречистой. Прими меня в число рабов, рабынь Твоих. Я буду служить Тебе. Читая Евангелие, я буду знать волю Твою. Вот чего Бог от нас хочет. Я жаждал этой встречи с этим местом, Карповка, где Бог дал мне дыхание жизни. Я к этому готовился. Обычно мы приезжаем только в одно село. Но получилось так, что от библиотеки поступил сигнал, что у них нет мест. Мы, видимо, подозрения были, а кто мы такие, то не православные. Поэтому нам необходимо было заручиться ходатайством районной библиотеки. А районы с края, мои книги в краевой библиотеке все находятся, в областных библиотеках. И Бог сподобил нас, мы приехали сюда. Вопрос по-прежнему остается, оставлять ли вам книги. Не будут ли они зря полку занимать? Будете ли вы другим говорить людям, что вы не приходили, брали? Там непонятного ничего нет. Замдиректора тамошняя, она сказала, а что ли про староверов у вас есть? Я же один из этих том. Она тут же его из общей группы сразу под мышку и уже не выпустила. Задай вопрос, какой тебе интересует? Про мусульман эти 18 том. Ты сразу возьмешь, весь Коран разбирается. Тебя интересует, как воспитывать правильно детей, я тебе скажу, 4-й том. Ты говоришь, у нас много баптистов. Ну, 2-й том. Как с сектантами беседовать, как их привлечь на сторону православия. И в каждом увидеть человека. Наше главное оружие — это любовь. У вас вопросы какие-нибудь будут? Кто-нибудь подойди сюда, Володя. Видите, у нас все с бородами, у нас города не положено. Форма такая личная, видите, как с поисками все. Даже вот на фотографии Лев Толстой стоит, рука у него за поясом. Я вам сказал примерно как. У нас никто украшения не носит. Даже родители, которые в детский лагерь приезжают, чтобы были не накрашены, не в брюках и без украшений. Но это наши правила. Мы их никому не навязываем. Но человек, который верит в Бога, он понимает, я все подтверждаю Священным Писанием, Библией. Пожалуйста. Смотрите, как пояс, поясок. И маленькие дети у нас также ходят. Вот девочка, ну-ка подойди сюда. Ой, это брат с сестрой. Подойдите сюда. Ну, видите, как одевается? Это церковная форма. Вот два платка. Эти под булавочку. Вот у него поясок. Вот имя его Исааки по календарю. Сейчас называть-то не знает, как детей. Вот у меня старший брат Самуил. Я Игнатий. Следующий Иоаким. Название. Вы сами не вспомните, Ворошилов был Климент Ефремович. Ни Климента, ни Ефрема нигде в школах нету. Фантазии никакой нет. Какую красоту мы потеряли. У меня три брата, три дяди, жившие здесь. Макар, Филарет, Эммануил. На фронт ушли, пойдем. Макар, Филарет, Эммануил. Ну где сегодня Макара, Филарета, Эммануила найдете? Вот у нее это Лиза, еще вижу третья сестра Анфиса. Календарь. Вот сейчас родился у нас Терентий. Сын его, а сын, брат Иеремия. Они даже в школе учатся. Это возрождение старого, этого нашего, православного. Люди православную веру совсем не знают. Если бы люди знали православную веру, они ни в какие баптисты не пошли. Потому что выше православия ничего нет. Это полнота всего. Тут и церковь. Тут и толкование святых отцов, тут и причастие, и священство законное. Люди не знают. И мы приехали для того, чтобы познакомиться поближе, может быть, ответить на какие-то вопросы. Если пожелаете, оставить книги. Но тут придется уже хорошо попросить библиотекаря. Потому что места мало, там кое-что можно подвинуть. И книги, чтобы они лежали не на полу нигде, они божественные. Они все божественные. Там много фотографий каждой книги. 13 томов, 64 страницы, цветные фотографии только. Книги все сшитые. Половина, больше половины в твердом переплете. Они очень ценные. Книги. Вот я по какой цене назначаю, это в 1,8, почти в два раза дешевле их стоимости.
Это у нас так уже назначено. Вот видели как? Это наши ребятишечки. Это все на снимках есть, можете сесть. Это тоже наши благовестники с нами ходили. Они приучаются. Когда дети встречаются, детям детские журналы дают, будут принести Библию, Новый Завет на английском и русском, англо-русский, легко изучать. Немецко-русский. То есть это все у вас может быть в библиотеке. Относительно библиотеки, я не знаю, как вы тогда решили. А купить можно? Как Господь благословит? Купить спрашиваю. А? Купить можно? Книги, видите, я на библиотеке даром даю. Я здесь, если бы сейчас все сказали, все книги раскупят, я мог бы даже, ну не все даже, я мог бы принести книги, но мне хочется достояние, подарок сделать той местности, где Бог дал мне дыхание жизни. Я себя обрек на это. Я сделал объявление на все краевые, на все областные нашей России, на все до одной краевых районы, и где бывают на все сельские. 200 экземпляров. 200 умножить на 10 тысяч, а на 2 миллиона. Я отдаю бесплатно, чтобы люди познали путь к Богу. Я это делаю с такой радостью. И давая вам, я считаю, себя должны Бог перед вами. Вы мне честь оказали, что приняли эти книги, и теперь будете читать. Вот дети, когда работают, дети, когда работают, даже платок? Нет, это только в церковь. Когда они на работе, они без платков играют, но не в брюках, и чтобы платье хотя бы коленочки закрывало, лазерь. А когда мальчишки, там мальчишки в шортиках бегают, с младевочки в брюках, в шортиках не разрешают. Ну, такой у нас порядок. На все колокольный звон. Один удар, значит, это собраться, тут аналой, где крест высоко у нас. Два, это занятие. Три, это за стол, они любят три удара, это за стол. Вот. Четыре, это Евангелие считать. Евангелие. Один раз торопится и ударил вместо трех, четыре раза на лагерь до места собрался, они играют в футбол, волейбол, там бегают, и вдруг колокол ударил, они обязаны все бросить, со всех ног бежать, ну как Тимурова команда. Они прибежали, ребята, а обеда-то нет, у нас только чтение Евангелия, четыре удара было. Они вроде бы сказать-то нельзя, теперь принесли Евангелие, мы прочитали, теперь по-моему дежурный бьет три раза, чтобы он не ошибется. У всех форма, одеты, у нас за столом ни одного слова шепотом нельзя говорить. Напротив каждого стола 10 человек, допустим, дежурный, папочка, первого, второго, половина, хлеба показали, полная тишина. В Библии, не в Библии, а в святых отцах написано, есть благоговение. И когда люди творят кощунный смех, дьявол всевает болезни. Поэтому у нас во время обеда полная тишина. Прекрасное кушание, приезжает санэпидемстанция, берут анализы, ну, выше средние районы. У нас свое молоко, яйца. Мясо в холодильнике. Раньше это не было, были шалаши. То есть электричество мы сами все провели. Мне это надо. Ты со своим ребенком не знаешь, что делать. А я вожусь 37 лет. Это тысячи детей. В любом государстве я рядом с президентом сидел. У нас ни одного развода нет. Ни одного аборта. Это мало? А сегодня демографическая проблема. Никакой проблемы нет. Я это слово не люблю, отплевываюсь от него. Надо работать и молиться. И всегда быть веселым, радостным внутри себя. Никому не завидовать. Никогда не злиться. Бог дал. Благодарю. Я на одному говорю, соседка пришла, тебя обречила. Но она не знала и неправду сказала. Поблагодари ее за намерение. Она хотела тебя лучше сделать. А если правду сказала, поцелуй ее. Сестра, ты позаботилась обо мне, чтобы я не погибла. Ты не хочешь, чтобы я умерла? Вот такая чушка немытая. Поблагодари ее. Надо во всем увидеть благодеющую руку Творца нашего. Бог устроил эту встречу. И Бог изменит температуру и все другое. Я одно время вел три радиопрограммы по Алтайскому краю. По этому времени, по всей вероятности, я стоял на первом месте. Три радиопрограммы я вел. Воскресная была часовая. Вообще сегодня такие передачи даже нет. У меня были тысячи звонков, если в общем взять. Люди разные задают вопросы. Но все эти вопросы свожу я к одному. У тебя бессмертная душа, ты должен спастись. Я одно время объяснял, целая серия бесед была об именах. Ну и тогда, знаете, был Иван Зюганов, Геннадий, Горбачев, там, Ельцин, Борис, что, и что эти имена означают? И вот звонят коммунисты. Хоть кто-то сказал хорошо о Зюганове, а я ничего не говорил. Но мы же имя Геннадия объясняли. А почему вы решили, что... Конечно, я имел намек, почему я взял Борис Ельцин, там, Владимир Жириновский. Я слово Владимир, это фамилия не объяснял.
имена. А как объяснял? Не так, что Варвара обязательно черноволосая, если Екатерина обязательно кореглазая. Да нет, конечно. Я брал так Екатерина Святая, в честь кого ты названа. Ее житие, и ты ей должна подражать. Ты имя чье святой носишь-то? Ты ее житие должна знать, как она жила, почему она святая, почему она в святце записана, почему тебе батюшка или кто там наставник крестил ее имя. Я с этой позиции захожу. И тогда наша жизнь изменится. Вечером, подводя итог сегодняшнему дню, поблагодари Бога. Господи, благодарю за промыслительные встречи с людьми. Мы уже будем благодарить сегодня за встречу в Тюменской библиотеке, в Карповке. Я побывала здесь. Мы поехали сюда, наши молятся. И вечером буду благодарить Бога, что ваши сердца расположились. Вы могли не прийти, а вы пришли. Кто тут знает наших дедов, я прошу, вы там остановитесь, я еще побеседую, мне очень интересно. Кто там одноклассник был и прочее. Ну, ясно, что это мой возраст, мне 70 лет. И... Какие у вас вопросы, дорогие? Ну, вот знаете? У меня вопрос. Значит, вот в уставе Старообрядческой церкви записано, что мы не имеем права заходить... вот, допустим, в Тюменцевский церковь. Да. А вы говорите, что можно. Так можно. Я вам отвечаю. Так я понял так, что старообрядцы имеют свой устав, по которому нельзя ходить туда. Правильно. Кто им написал? Вот я беседую со старообрядцами. Ну, пришли старообрядцы. Я говорю, какие у вас книги? Ну, они говорят, часовья у них там какие есть. Псалтырь читают. Богослужебные. Наши деды были, деды держали. Поэтому я веру до этого. И просто знаю, я родился в ней. И меня дед Терентий Мурзин, он на урывке был, он все здесь крестил, я его приглашаю. Я, это вера моя родина, ду, не духовная, а по делу меня крестили. Я говорю, вот написано, Иерей глаголит в ваших книгах. Кто это? Ну, Иерей, давайте откроем словарь церковно-славянский, это Иерей священник, по-славянски поп, протопопа вакуум, ну, житие его, оно уже даже в библиотеке есть, им самим написано. Кто говорит, Иерей, где у вас Иерей? А его и нету. Ну а как вы там можете молиться? И написано, причастие никто не совершит, кроме священника. Потому что говорит, ты на столбце признаете? Да, признаем. Ну а как? Да вот, говорят, последнее время, а как ты узнал, что последнее время не будет церкви? Я открываю послание к Коринфянам, у них авторитет Библии не имеет. Это неверные слова. Церковь будет до конца мира на земле. И причастие будет. А у вас уже нет его нигде. У нас старообрядцы пришли в церковь. Почему? Есть причастие? Нет. Есть покаяние. Покаяние. Я говорю о причастии. Причастие. Покаяние может быть без всякого священника. Он просто, ты вышел на улицу, прости меня, я окаянная грешница, я согрешил. Мы говорим о жизни, о древе жизни. Бог дает причастие. Ну кто-то из вас причащается в церковь? Едет? Нет? Ну хоть один, да ездит в Тюменцево. Ну я вас не агитирую за Тюменцево, но это ближайшая церковь. Тем более, вот человек сказал, знает даже его. К ней подойдите. Да, я причащалась. Вот. Весной. Священник законный. Но как он вам доказал беседы? Вы говорите, он не так молится. Я сказал, старообрядцы, у которых священство есть, Барнаул партизанский. Все те же книги, те же молитвы, у них есть священство. Володя, переведи ему. Ну вот женщина что-то сказала. Ну вот отец Евгений говорит, что так же, что люди, если хотят, он может приезжать сюда, вести. Вот и даже я предлагал, у меня тоже никто не слышал, что даже если вот человек умер от пивания, потому что не в Тюменцево, не каждый может поехать, хотя он сюда может приехать. А также вот и про старых агеров я уже спрашивала, он тоже вот так же, вот, как вы говорил, что это просто их надо убеждать, чтобы убедиться, что поговорить. И они поймут, что так же, что можно сделать, да. Что это православное. Дело в том, что я многих священников знаю, архиереи, но у меня брат родной священник. Родной брат. И в книгах там монография, служба идет, как крещение правильно. Если священник будет приезжать, надо упросить его, чтобы он вел занятия. Вы говорите, он хочет. Вы друг друга это знаете. Вот. Запомните, третий том, если книги будут открытым оком. И там как заниматься Евангелием от Марка. Вот вас собралось 5000 человек. И там открываешь Евангелие, читаешь в третьем доме. И как отвечать? А толкование три тома Нового Завета. Евангелие от Марка открывали, ну, грамотный жрец. И вы будете знать друг друга, приглашать к себе ближних. А потом можно, может быть, даже и церковь открыть. Мы должны быть близки ко Христу. Мы никого не вербуем, не затягиваем к себе, не зовем в церковь, никого. Я просто веду занятия в университете, и человек, который говорит, я все понял, мне охота к вам быть. Я прихожу в церковь, там туда-сюда торговля. Мы говорим, торговли с церковью не должно быть. Христос бичами изгнал это.
В церкви это должно быть бесплатно, но мы платим десятину. Наш священник должен на что-то жить. Ну, у коммуниста был партийный взнос, там, ну, по-своему как-то сообразили, о чем речь идет. А как дальше? Дальше так, мы тебе разрешили к нам ходить. Один раз. Он пришел, говорит, мне все понравилось у вас такая тишина, одетая по форме. Вот 7 минут перед службой, служба с 5 или с 4 вот сейчас у нас, мы за 7 минут должны все войти в церковь. 7 минут полная тишина, ни один не переступает. Мы мысленно настраиваемся на молитву. Это молитвословие так написано. Мы молимся за священника, чтобы огненным было служение. Чтобы Бог нас сохранил. Благодарим за неделю. И после этого царские врата открываются, в алтаре священник начинает служение. Человеку понравилось все, тогда мы говорим, но с нашей стороны такое правило. Ты к нам один раз пришел, а завтра, в следующее воскресенье, можешь не приходить. Но ты, когда мы встретимся, должен сказать, я был в Тюменцево в храме. Все, пожалуйста. Я скажу, а я был у баптистов. Мы не трогаем. Человеку Бог дал выбор. Такой свободы, как у нас, мы просто не встречали. Но если он нигде не был, мы ему сказали, если ты скажешь, я 3 недели, нигде не был, просто телевизор смотрел, мы уже больше не разрешаем ходить. У нас так не веруют. У нас люди сознательно пришли, это у нас есть юристы. Вот он юрист, наших людей очень ценят. Он следователь по особо важным преступлениям государственной краевой прокуратуры. Врач краевой больницы, программисты по компьютерам. Не какие-то программисты, а командируют за границу. Это Бог дает. И мы человеку так говорим, тебе понравилось? Правило вот такое. Приходить всегда. Куда-то в воскресенье. Куда ты? Ты же я к старовер. Пожалуйста. Потом к нам придешь, отчет давать не надо. Но если ты нигде не был, мы с тобой знать уже не хотим. Мы не хотим, чтобы как попало. Ну понятно, что. Мы к себе не тянем. У нас закрытого, полузакрытого общества. У нас свечи не продают. Покупают ВОЗ. ВОЗ бабушки. ВОЗ. Льют свечи, и свечи ставят сколько надо. У нас свечи не продают. У нас вообще торговли нет в храме никакой. Вообще нет никакой торговли. Что требуется? Собрали деньги, священник купил ризы, у нас купол, церковь, все как положено. Но торговли нет, она запрещена законом. Свечи чисто восковые, чтобы никакой примеси. Масло не имеет, никакое не вазелиновое масло. Мы отличаемся, конечно, чем-то. У нас как крещение мы 3-5 лет готовим. Потом на озере троекратное полное погружение. Этот священник знает, а делает так или не так, вопрос. Выступает патриарх Алексей II. У меня как раз в книге это все написано. Патриарх Алексей II такого-то числа на таком-то собрании сказал так. Где нет полного погружения, не крестить, а попы нельзя обмануть людей. Для крещения нужно 3 условия. Первое – научить. Второе – троекратное полное погружение, как у старообрядцев. У них только полное. И бесплатно. А сегодня все 3 условия нарушаются. Таковы же православные. Ну почему я беззаконие должен поддерживать? Я не могу его поддерживать. Ну, священнику это не нравится. А мне меньше всего не интересует. Еще у меня вопрос. Вот, значит, мне что теперь? Перекрещиваться, что ли? А вы крещены здесь? Сказано как? Исповедую единокрещение, восставление грехов своих. Вы крещены? Ну, была, наверное, крещенная. Если у вас троекратное полное погружение, крестить нельзя. Единое крещение, правильно. И вас священник не будет. Но он вера помазать обязан вас. Вы были мне церкви. Нет, без священника нет церкви. Так я в другую веру, если я не хожу. Ну вы в церковь походите, нет? Нет. Нет. Ну так. Я хожу в Барнауле. Ну а какая разница-то? А там собор. А какая разница? 18 тысяч церквей, все одинаковые. Вы пойдете в Грецию, в Финляндию, в Америку, православная церковь, везде одна. Разные патриархи, 4 патриархата. Ничего не надо. Больше ничего не надо. Вы крещены, исповедуйтесь, защищайтесь. Вот старовер, чужаки, если приходится, их перекрещивать не будут. Потому что они крещены правильно. Но мера помазания будет совершена. Игнат Тихонович, вы неправильно. Вопрос, она не уверена, что она крещена? Уверена нет? Не уверена, что не уверена. О! 6-й Вселенский собор, 84-е правило, гласит так, аще не уверен, крестись немало не сомневаясь, дабы не лишен был великой благодати. Я вам дословно говорю, как написано. Вот. Если ты, а представь, а второе крещение, священник тебя крестить будет и скажет, аще не крещен. А представьте, вы не крещены, а не крещенный в Царство Божие не войдет. И игра не стоит того. И не ваша вина. И поэтому 6-й Вселенский собор поставил 84-е правило. Если ты сомневаешься, нельзя сомневаться. Ты должен быть точно знать, что ты крещенный. Бабушка, к нам многие приезжают креститься, да, крестятся только те, которые... А если он
у нас бабушки крестили нас. Здесь вот бабушки крестили.